целях привлечения новых активистов в ряды молодежного крыла областного филиала «Жастар-РУХ» состоялась встреча со студентами Тарасского государственного университета имени Дулати. Во встрече приняли участие заместитель исполнительного секретаря Жамбылского областного филиала партии Ермухамед Жумабек, директор областного молодежного ресурсного центра, депутат Жамбылского районного маслихата Тимирхан Истлеов. Заместитель исполнительного секретаря Жамбылского областного филиала партии «Аманат» Ермухамед Жумабек, впервые выступивший на заседании, подробно рассказал об объектах, строящихся в рамках предвыборной программы партии, реализуемых в регионе партийных проектах «Аул Аманата», «Жер Аманата», «Карасыз Когам», работе общественных приемных партий и другом. То, что я говорю, не сказки вовсе, и для вас пусть сказка не станет. То, что я говорю, это реально. Я говорю о том, чем сейчас занимается партия. Надо активнее вовлекаться в процессы нас окружающие, а не быть сторонним наблюдателем. Директор областного молодежного ресурсного центра Темиржан Истлеуов проинформировал о проводимой в регионе молодежной политике и призвал студентов заниматься волонтерством. Также он остановился на основных направлениях ресурсного центра и выразил желание о совместной работе. На встрече, в которой приняли участие около 200 студентов, были озвучены задачи и проекты молодежного крыла «Жастар-РУХ». Со стороны участников были заданы интересующие их вопросы. Учебная эвакуация, только Екшаврат Бованат, и то он... Как-то мы берем ген, бары, хлеб, ойну, шахмат, да, казахкор. Нигде, война на Алкарайт, Мосак, Корея. Нигде, ты юрит, брата, брат, аз. Также был проведен анализ проектов организации и отмечено, что у молодежи есть возможность выбрать одно направление. Айгуль Клиулина, Азамат Бескенов, Адильжан Сайлаубеков, 77 News.